Всем привет! С вами Smartphone UA, и сегодня мы познакомим вас с самой доступной в Украине трубкой под управлением Windows Phone 8.1. Модель Nokia Lumia 530 при ценнике в $118 предлагает поддержку режима Dual SIM, 4-ядерный процессор, 4-дюймовый дисплей, 5-мегапиксельную камеру и аккумулятор на 1430 мАч. А вот как все это обустроено и как работает, смотрите далее. Комплект поставки смартфона оказался небогатым, и в этом Nokia напомнила тот далекий период, когда бюджетные телефоны производителя получали лишь зарядное устройство и документацию. Точно так же производитель поступил и здесь. С учетом того, что перед нами $118 аппарат, вряд ли корпус трубки мог бы быть не из пластика. Из него здесь каркас, а также тыльная панель плюс боковушки. А вот передняя часть прикрыта стеклом, по крайней мере, так кажется тактильно. Сразу же отмечу, что защитные особенности его мне понравились. Ни классического теста, ни недельной транспортировки в кармане джинс оказалось недостаточно для того, чтобы на поверхности образовались отметина или потертость. А вот отпечатки пальцев и густые маслянистые разводы остаются здесь в огромном количестве. Впрочем, процедура вытирания их много времени не занимает. Легко заметить, форм-фактор аппарата проработан таким образом, что крышка аккумуляторного блока захватывает и в том числе боковушки, словно помещая в корпус в некий панцирь. Сам по себе такой формат новым не назовешь, в Nokia его уже обкатывали ранее на недорогих решениях. Лично мне он видится как наиболее приемлем для бюджетных смартфонов. Люфт крышки исключен, как, впрочем, и неплотная состыковка других элементов корпуса. Да и за то, что в будущем они расшатаются, можно не беспокоиться. Крепление крышки на панель быстрое и удобное, но вот для выполнения противоположного действия придется немного наловчиться. На рынке аппарат доступен в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, оранжевом, салатовом и других. Осматривая переднюю панель смартфона, помимо дисплея пользователь обнаружит три сенсорные кнопки, прорезь разговорного динамика плюс миниатюрный вывод встроенного микрофона и логотип бренда. Прикрываемая полностью крышкой аккумуляторного блока тыльная панель примечательна глазком основной 5-мегапиксельной камеры, еще одним лого Nokia, а также выводом динамика громкой связи. На правом ребре расположена качелька регулировки громкости звука и кнопка питания. Противоположная часть никаких функциональных элементов не получила. На верхнем торце обустроен классический аудиоразъем, а на нижнем порт microUSB. Смартфон оснащен 4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 на 854 точки. В основе TFT-матрица. Плотность пикселей на дюйм довольно неплохая – 246. Впрочем, от небольшого зерна такая плотность дисплея не избавила, однако дискомфорт от него несущественный. Углы обзора средние в любую из сторон. Существенного изменения цветов при наклонах я не заметил. Регулировка подсветки, как и для любого другого смартфона на базе Windows Phone 8.1, определяется по трем уровням – высокий, низкий и средний. Кроме того, из специального подменю пользователь может отключать либо активировать функцию поворотного экрана, использовать дисплей в качестве проектора, задействовать специальную надстройку, позволяющую автоматически определять уровень подсветки во время экономии заряда, плюс регулировать цветовой профиль и профиль яркости. При работе с трубкой в условиях яркого солнечного света отображаемые данные слепнут, хотя высокий уровень подсветки делает их вполне видимыми для пользователя без необходимости то и дело прикрывать панель рукой. Из 4 ГБ встроенной памяти в Nokia Lumia 530 пользователю доступно немногим больше одного, что даже по меркам бюджетного смартфона совершенно немного. Расширение осуществляется за счет карт памяти microSD максимальным объемом до 128 ГБ. Кроме того, пользователь Lumia 530 получает 15 ГБ в облаке SkyDrive. Емкость съемного аккумулятора 1430 мАч. На практике при умеренных нагрузках одного полного заряда аккумулятора достаточно на двое суток, около 2 часов звонки, часа полтора работа в интернете, электронная почта, немного просмотра видео, игр и FM-радио. Предусмотрена и классическая настройка энергосбережения. Смартфон обладает двумя отдельными динамиками – разговорным, а также громкой связи. Громкость первого вполне неплохая даже для улицы. На том конце провода пользователя также хорошо слышно. Стоит отметить присутствие едва заметных искажений, но особого дискомфорта от них не ощущается. В
Второй динамик производитель аппаратно утопил, а потому звук ощутимо приглушается, если смартфон лежит на спинке. Само же по себе качество, как по мне, на среднем уровне. Он неплохо кричит, но на чистоту звука особо не надейтесь. Работает аппарат под управлением операционной системы Windows Phone 8.1 из коробки. Перед вами результаты тестирования производительности. Аппарат на внутричетырехъядерный Qualcomm Snapdragon 200, тактовая частота которого 1,2 ГГц, объем оперативной памяти 512 МБ, графика Adreno 302. Добавлю лишь то, что на особые показатели производительности пользователю рассчитывать не стоит. HD-видео, к примеру, на родном плеере так и не запустилось. Фронтальной камеры у Lumia 530 нет, основная же 5-мегапиксельная, без вспышки и автофокуса. На выходе способна на относительно неплохое качество контента в условиях хорошей освещенности объекта съемки. Однако чем меньше света, тем больше зерна на снимке в итоге. Видеокамера пишет с максимальным разрешением 480 на 848 точек. С примерами тестового контента вы можете ознакомиться в нашем текстовом обзоре на портале smartphone.ua. Что ж, Nokia Lumia 530 можно рекомендовать к покупке, но только в том случае, если вам необходим двухсимочный смартфон, но не на Android, вы не фанат высоких возможностей в плане производительности и достаточно ограничены в деньгах.